Всем привет! Хочу показать вам наш райончик, который находится рядом с нашими апартаментами. И вот так вот народ украшает дома к Хэллоуину. Мы сейчас проедемся, я покажу, какая фантазия у народа. Заодно посмотрите этот район. Домики находятся напротив, через дорогу от наших апартаментов, недалеко от парка, который выходит прямо на залив. Это тихий спальный райончик, старый спальный район. У нас выпал первый снег. И сегодня поехали, хотя у нас и все сезонные шины, но гололед. Хотели спуститься к побережью, но там довольно резкий спуск. И мы побоялись, что мы обратно можем не вылезти, поэтому вот решили сегодня просто покататься по райончику и показать. Сам райончик такой очень уютный, очень красивый. И заодно вот посмотрите, как народ украшает. Тут вот уже все светится. Сейчас, правда, еще светло. А вот они, скелетики полезли. Вот они, эти домики со скелетиками. В общем, фантазия здесь бурная. Вот такая вот красота. О, зомби лезут. А здесь вот домик. Он построен в виде корабля. И здесь вообще пираты Карибского моря. Даже вот на гамаке у них там отдыхает скелетик. Вот такая вот фантазия у народа. Вечером, конечно, покрасивее. Тут много огоньков светится. Но камера не все берет. Ну так вот наша яркая осень плавно перешла в зиму. Погода все равно стоит очень такая хорошая, довольно тепло. Вон, видите, да, на домиках висят всякие привидения. Такие вот картинки вешают. В магазинах очень много тыкв. И народ покупает тыквы огромные. Мы думаем маленькую купить, потому что дети просто хотят тыквенной каши. Вот тыквы красивые, такие желтые, очень яркие. Здесь очень многие гуляют с собачками, потому что рядом находится парк, в котором есть место для прогулок с собаками. Как только выпадает снег, уже народ наряжать начинает сначала к Хэллоуину. И так плавно смотрим как переходит в Крисмас.
Вот мы тут проехали, люди увидели, что я снимаю, и помахали мне руками. Вот, собака с кошкой. Я вижу собаку и кошку. Вообще здесь очень мало собак и кошек. И чтобы вот так вот увидеть без хозяина вообще невозможно. Все только с хозяевами. Диких животных можно увидеть, а таких животных только с хозяевами. И вот с этой стороны дороги, вот недалеко от этих домиков, здесь останавливается школьный автобус. Сюда приходят дети каждое утро, садятся в школьный автобус и уезжают в школу. И обратно школьный автобус их привозит. Потом они переходят прямо напротив наших апартментов. Очень удобно. А вон, видите, какой огромный паук. Еще есть такие, которые их включают, они потом шевелят лапами. В общем, чем ближе к праздникам, тем больше украшенных домов, тем более фантазия разыгрывается. А теперь мы выезжаем на дорогу, и я покажу путь к нашим апартментам. Они тут рядышком, и покажу как раз наши апартменты новенькие. Этот райончик называется Тюрниган. И вот написано Тюрниган. Сама улица, по которой мы поедем, называется Северное Сияние, Northern Light. Бульвар Northern Light. И вот так вот мы видим впереди горы. Снег спустился уже на город. Потихонечку вершины покрылись, потом снег стал спускаться все ниже и ниже. И вот опустился на город. Очень красивое зрелище, когда смотришь на вершины. Они каждый день разного цвета. Утром, вечером. То розовые, то какие-то голубоватые. И вот мы заезжаем в наши апартменты. Вот наш домик. Ну все, показала вам такую информацию. Пока-пока.